Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию ролик, где коллектор утверждает, что он юрист. Ну, ничего смешнее я не слышал, ничего абсурднее тоже мне не попадалось в жизни, чтобы человек, получивший юридическое образование, пошел работать звонарем, а еще и в Тинькофф. Понимаете, это на первых курсах юридических вузов уже как бы имплантируется студентам отвращение от подобной работы. Ну, допустим, что этому человеку, этой дамочке, где-то в каком-то очень красочном сне приснилось, что она закончила вуз и получила юридическое образование. Ну, давайте послушаем такого вот юриста. Добрый день. Алло. Алло, да, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Юлия, отдел оптимизации финансовых потерь, банк Тинькофф. Да, Андрей Дмитриевич, звони по поводу неоплаты минимального платежа. Почему не оплатили? Нету денег. Денег нет, а что у вас случилось? Все то же самое. То же самое, это что? Девушка, давайте я не буду повторять еще раз это все, хорошо? Мне очень не хочется это все повторять. Ну, вы же не платите, поэтому... Ну, не плачу, потом. Но это же не значит, что мне надо звонить каждый день. Правильно? Повторите, пожалуйста, причину не платить. Я не хочу вам это повторять. Если то вам есть, интересно, что... На следующий день я отказ от платежа и передаю дело в суд. Я ну, наконец, ну, подавайте уже. Я уже об этом 10 лет прошу, блин. 10 дней прошу. Подавайте в суд, если что-то не устраивает. Все, вы давайте. Вы заинтересованы в суде. Подождите, я заинтересован в суде, да. Обсудим это. Подождите, не вешайте. То есть 100% дело передается в суд. И вы хорошо. Уверены, что единовременно вы сможете выплатить общую сумму долга? Да никто не будет ничего единовременно выплачивать, девушка. Через суд так оно и делается. Через суд это делается не так. Хорошо, а как по вашему мнению это делается? Не по вашему мнению, а как на практике это все делают? Все хорошо, передается в судебному приставу. Через судебного пристава это будет все выплачиваться. Там по 500 рублей, от 500 до 1000 рублей. Ну или взыскиваться имуществом по месту регистрации. Да не будет ли судебный пристав, у меня нет никакого имущества. По месту регистрации нету ничего? Нету по месту регистрации, нету ничего там. Там вы живет... живете там же, где зарегистрированы? Нет, я живу в другом месте уже. Давно. А там другие люди живут, да? А там другие люди живут, да. Представьте, приедут туда судебные приставы и начнут описывать. Ну все. Что они, во-первых, судебные приставы должны доказать, что это имущество мое. Нет. К сожалению, когда приезжают по месту регистрации, как раз... Девушка, давайте вы мне не будете говорить юридические аспекты, в которых вы еще, извините, конечно, но некомпетентны. Вы не юрист. Вы просто образование. У вас юридическое образование, хорошо, назовите да. мне основной закон страны. Основной закон или основной свод законов? Основной закон страны. Нет такого основного, вы говорите некомпетентно. Девушка, основной закон страны является Конституция. Конституция – это свод законов. Значит, я правильно это вас поправлю. Основной закон, основной это закон, закон страны. Это не закон, это свод законов. Там их хорошо. Много. Хорошо. В Конституции много статей, а не законов. Девушка, вы опять что-то путаете. Хорошо, давайте, ладно, у давайте банка... не будем о юридическом, да, хорошо, все, да. Я поняла, вы согласны на взыскание общей суммы долга, по телефону разговор, вы это подтверждаете, а передача дела в суд. Я фиксирую так отказ я от я это уже играть. Давно прошу, обращаться в суд, в том-то и дело. Каждый раз я мне звонят и говорят одно и то же. Банк хотел как-то на компромисс пойти, взыскать минимальную сумму девушка, платежа. Чтобы... Девушка, знаете, я что да. могу вообще просто элементарно сделать? Я могу начать с понедельника оформлять инвалидность. И все. Я банку уже об этом говорил. Банк хорошо, меня не слушал, оформляйте. Проигнорировал. Оформляйте. Ну так и замечательно. Вы все, так... инвалидность, предоставьте банку справки. Все правильно? Банку я справки предоставлю в суде. Угу. В суде предоставить. Да. Ну, как... брали вы кредит до инвалидности и не выплачивали до инвалидности. Все-таки банк хочет пойти вам навстречу. Может быть, банк у вас не будет хочет возможность... пойти мне навстречу. Если бы банк хотел пойти навстречу, после того большого разговора с вашим якобы банком и вашими представителями банка, хотя бы какое-нибудь ответственное лицо бы мне позвонил, и мы бы с ним пообщались.
Я уже об этом прошу, я сам звонил в банк. Я говорю, можете меня соединить, пожалуйста, с каким-нибудь человеком, который реально мне можно проконсультироваться. Мне звонят зомби-звонилки. И каждый раз я объясняю это все. Я вас услышал, по какому вопросу вам надо проконсультироваться? Уже не по какому. Я предлагал банку, уже все, я начинаю оформлять инвалидность. Все, уже банк, как скажем ваше так... Ваше право. Все. Ваше право. Угу, хорошо. Я с вами прощаюсь, всего доброго. Да, до свидания. Ну вот не получилось, видели, как только человек затронул какие-то такие вот самые-самые... наивные границы, сам, ну, азы вот этого юридического вообще знания, она тут же, давайте мы не будем там то делать, это, а давайте поговорим о долге. Ну, вот они так очень сильно любят, потому что по-другому они не могут. А куда еще? А как она может разговаривать на юридические темы, если она понятия не имеет? Даже ну, в основных простых терминах не разбирается. Друзья, я и вас не призываю углубиться в юридические знания и начать разбираться в тонкостях юриспруденции. Важнее, как говорится, обратить внимание на то, что вы знаете и что могли бы знать. Потому что ну, здесь все очень просто и понятно. То незнание, которое сейчас преобладает у многих, формирует вот тот самый устойчивый панический страх перед вот такой публикой. Понимаете, им достаточно сделать уверенный тон какой-то, выбрать манеру общения такую доминирующую, и все, жертва, если это действительно человек в статусе жертвы, сам себя туда загнал, будет, как говорится, готова на блюдечке с голубой каемочкой и... Делай из нее все, что хочешь. Скажи принести деньги, даже невзирая на то, что человеку нужно на лекарства данный конкретный момент времени, вот эта сумма, либо там ребенку заплатить. Нет, он выберет все-таки сделать то, что ему сказал голос из трубки, то, что ему приказали. И он в последнюю очередь, такой человек, испуганный, будет задумываться о себе. А всему причиной незнание. Вот этот страх, сформированный на основе незнания, лени человеческой, просто ради себя, не ради кого-то, а ради себя потрудиться. Человек готов днем и ночью пахать, чтобы заработать эту денежку и отнести ее в банк, но сесть просто, хотя бы, вот я вот упрощаю, да, с момента появления этого канала на YouTube, очень упростилась эта задача, то есть достаточно просто подписаться, сесть, послушать. Начать задумываться, и если уже действительно, как говорится, прорвется что-то, разум зашевелится, мозги начнут двигаться, да, там шевелиться эти извилины, дальше взять и посмотреть, допустим, на нашем сайте видео, как устроена работа кредитных юристов компании «Алям». Я в каждом ролике предлагаю это делать. Кто-то воспринимает это как навязчивую рекламу, но уж извините, те из вас, кому не нужна юридическая защита, смиритесь, потому что этот канал несет в себе одну единственную задачу. Да, рекламную задачу, ну уж поверьте, развлекательный этот канал можно считать, но не в основную очередь. Мы здесь таким вот образом, компания «Алям», призываем как можно, стараемся призвать как можно большее количество людей встать под юридическую защиту и разобраться с этими проблемами, с долгами. Понимаете? И еще раз, для новых подписчиков, для новых посетителей, гостей нашего канала, повторяю, у нас есть сайт. На сайте выложено видео. Полноценное такое подробное видео, инструкция, как устроена работа кредитных юристов компании «Алям». Чтобы вы, если вы вдруг решите, не вдруг, а скорее всего решите нормализовать всю свою жизнь, привести ее в порядок, документально подтвердить свою независимость от банка, могли это сделать осознанно. И это произойдет, если вы посмотрите видео на нашем сайте, вот эту инструкцию. Ссылочка на этот сайт, на наш сайт, есть в описании любого ролика. Также для вашего удобства мы всегда выкладываем кликабельную подсказку. Вот сейчас она тоже выйдет в правом верхнем углу видеотрансляции. Посмотрите, вот она. Нажимаете либо на ссылочку в описании, либо на эту вот кликабельную подсказочку, попадаете на наш сайт. Смотрите информацию на сайте.
И, естественно, в первую очередь смотрите видео, внимательно смотрите, понимаете, что в итоге мы для вас сделаем, к чему вас приведем и как это на самом деле просто сделать. Я подчеркну, просто для людей подготовленных, для юристов, но и вам тоже нужно принимать активное участие во всем этом. Во-первых, успокоиться. Без наших клиентов мы никто, и сделать нам что-то ощутимое будет гораздо сложнее, если клиент не будет нам помогать. Как вы нам можете помочь? Пожалуйста, смотрите на видео. Посмотрели видео, все сделали по инструкции. Оставьте, пожалуйста, заявочку на обратный звонок в форме на сайте. Пишите только корректную информацию, корректный email, корректный номер телефона, по которому с вами можно связаться. Обратите внимание, вправо наверху на самом сайте уже есть номер телефона нашей организации, но туда звонить не надо. Там так и написано, именно с этого номера мы вам будем звонить. Забейте себе в контакт этот номер, напишите юристы компании Алиам, там Алиам, либо юристы Алиам, и ждите звонка, не пропустите. Мы звоним в рабочее время, кроме субботы и воскресенья, по московскому часовому поясу. Не пропустите наш звоночек. Посмотрите видео на сайте. Ссылочка, кликабельная подсказка выходит в правом верхнем углу. Вот она. Также я вам предлагаю посмотреть видеообращение Кузнецова Дмитрия, то есть мои обращения гостям, посетителям, клиентам нашим. Я имею в виду гостям, посетителям канала. Там уже у нас сформирован целый плейлист моих обращений, и регулярно он пополняется, где я в четко конкретной, тоже простой человеческой форме отвечаю на вопросы, которые больше всего и чаще всего задаются людьми. Вот смотрите, со мной познакомитесь, увидите меня воочию, ну и, естественно, это вам поможет принять то самое единственное правильное решение. Друзья, не нужно идти на поводу непонятно кого, у грабителей, у банкиров, которые заинтересованы лишь только в одном, а как бы обобрать вас. То, что они говорят, что они там заинтересованы, банк идет вам навстречу, нет ничего дальше от правды, чем вот эти заявления. Они преследуют одну простую мысль, наоборот, как можно сильнее, больше вас обобрать. Через суд все решается намного проще. Да, как, еще раз повторю, видео на сайте на нашем все рассказывается. Ну, на этом, я думаю, рекламную часть мы заканчиваем. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, репост в соцсетях, поделитесь, пожалуйста, информацией. Ссылочка у нас еще есть на нашу группу ВКонтакте в описании ролика. Все там ролики дублируются, плюс много дополнительной информации. Пишите, друзья мои, комментарии, обязательно пишите комментарии, не забывайте, потому что комментарии — это очень важно, мне всегда интересно их читать, отвечать на ваши комментарии, тем более интересно. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алиам. Всего вам доброго. До свидания.